Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Мы ведем прямой репортаж с 15-й юбилейной национальной премии «Медиа-менеджер России 2015». Возможно, мы узнаем то, что до этого от нас скрывали. Посмотрим. Дорогие друзья, как я и говорил, сегодня на этом прекрасном мероприятии шикарнейшие люди собираются. Александр Николаевич Вихров. О, такой, да? Русский. Русский. Еврей. Ну, вы знаете, вот такие странные вопросы задаете. Скажите, пожалуйста, как называется сегодняшняя премия? Сегодняшняя премия называется... Спасибо большое. Знаете ли вы, как называется сегодняшняя премия? Конечно, «Медиа-менеджер». 2015. Ну, ее еще называют комедия-менеджер или трагедия-менеджер, в зависимости от того, кого награждают, а кого нет. Знаете ли вы, как называется? Конечно, знаю, ответила медиа-менеджер России 2015 год. Это знают практически все нормальные люди, у кого есть вкус и совесть. Жена у меня вместе с собачкой улетела на один день раньше, а я остался специально ради этого вечера. Я правильно понимаю, что вы не из числа номинантов, а из числа сочувствующих? Мы из числа, да, постоянно сочувствующих. Вот, и уже сочувствуем этой премии, наверное, раз седьмой, так как мы принимающая сторона. Мы являемся партнером пивоваренной компании «Балтика», которая в этом году, кстати, отмечает 25 лет. Коммуникации захватит мир. Будут одни сплошные коммуникации. И самое главное, что если раньше говорили, что будет, не будет газет, будет радио, потом не будет радио, будет телевидение, теперь не будет телевидения, будет интернет. А вообще, на самом деле, все это коммуникации, и будут они всегда. Создать такую премию, такую уважаемую, такую публичную, так, чтобы за нее сражались те, кто являются, собственно, главными бойцами невидимого и видимого фронта, это, конечно, очень достойная вещь. Сегодня быть, значит, не просто менеджером, это нужно пройти огонь, воду и медиа. Ноу-хау Вишневский. Как медиа-бизнес России повлиял на вашу личную жизнь? Это у меня тут роман случился. Вот, но я потом уехала на Байкал, и он остался безответным. Но он сегодня придет, наверное, уже не будет клеиться ко мне. Наверное, больше 10 лет прошло, как я получал в свое время эту награду, но я это очень хорошо помню. И этим горжусь. Одна из самых уважаемых премий в России, существующая уже 15 лет, поэтому получать ее, в общем, вдвойне приятно. Вот. И правильных людей, опять же, выбирать. Получить одобрение коллег, это гораздо, гораздо более важно, чем, ну, скажем, просто одобрение даже зрителей. На самом деле таких профессиональных премий на рынке не так уж много. И та преемственность, которой руководство ассоциации отбирают каждый раз успешных людей и успешные кейсы, она действительно потрясает. Спасибо организаторам и премии, потому что я считаю, что это очень важно, это повышает стандарты качества отрасли, заставляет всех нас стремиться и каждый год становится все лучше. Пожелание премии, пожелание организаторам сегодняшнего вечера. Сегодня юбилей, праздник, 15 лет, чтобы, как по меньшей мере, на 20-летие, которое будет очень скоро, мы собрались. Да, через 15 лет я считаю, что пора переходить на международный уровень. Группа компании «Слон», «Кока-Кола», «Медиа-бизнес России». Спасибо.